Здравствуйте. Вы говорите по-русски? Это чего? Вы знаете, что сегодня здесь вообще происходит? На данный момент? Да. Вот здесь или да. Там? Вы знаете вообще, какой фестиваль сегодня? Крупное событие вообще сейчас в ГО проходит. Вот этот рок и джаз, да? Да. О, класс. А вы знаете, где он проходит? Сегодня... Что, здесь он проходит? Да, именно здесь. Вот именно вот в этом заведении. Марбелла, да? Угу. Значит, знаем. А как вы относитесь к джазу в ГОА? Джазу ни разу здесь не слышал, но я думаю, что с какой-нибудь электроникой что-нибудь интересное, если джаз, то может быть интересно. А представляете ли вы ГОА джазовым или роковым? Или что для вас ГОА в музыкальном стиле? Ну, больше трансовый, электронный, конечно, но интересно посмотреть первый для раз. Для разнообразия, почему бы нет. ГОА с джазом или никак. Это для меня роком. Было открытие, поскольку это абсолютно другая музыка. Yeah. What jazz bands do you listen? No, I mean, what bands do you listen? He don't speak English, I think. No English. No, okay. Thank you. Thank you. Do you personally listen? Вы лично слушаете джаз? And a lot of classical. Да, я люблю классическую музыку. There are some similarities between Indian jazz, some Western jazz. Вся музыка хорошая. What is the first thing comes что up первое на ум приходит при слове ГОА? It's a trance music. Trance music. It's still, it's kind of a stereotype. Yeah, it's just a trance. Это их дача, зимняя резиденция актеров, творческих людей, знаменитостей. Здесь, мне кажется, в любом шейке можно случайно встретить там звезду голливудского масштаба, и не говоря уже о российских звездах, которые все любят это место и приезжают сюда снова и снова. Это где-то первые буквально годы, мы как старожилы можем это официально заявить, когда стали проходить какие-то мероприятия, когда люди уже стали выступать, ну, по крайней мере, из России. К тому же в ГОА это не только там столица трансов, и кроме транса ничего не слушают. Достаточно вечером проехаться вдоль побережья и услышать и регги, и транс, и джаз, и, не знаю, и техно, и мимо, техно. И это столица, наверное, свободы, и здесь каждый реализуется как может, и наполняет себя как хочет, и в том числе и в музыкальном вкусе. Все, что ты хочешь, здесь шаговой доступности. Hello. Hello. Do you speak Russian? Speak. Speak. What are you doing? Now? Now. Я лежу. Собираешься на джаз-рок фестиваль? Я на нем играю, да. А, да? Угу. Двигайся тогда. Первый раз на этом фестивале? Ну, в каком-то смысле мы и начали этот фестиваль 4 года назад, когда я здесь был. И мы стали делать какие-то джемы. Вот. То есть можно сказать, что вы одни из основателей этого джаз-рок-фестиваля? Ну, в каком-то смысле, да. Да, вау. В прямом даже. Как ты считаешь, вот этот джаз-рок-фестиваль, он вот привнесет какое-то изменение в культуре, в музыкальной культуре ГОА? Не, я думаю, здесь как все было, так все и будет. Чем замечательное место, что отъезжаешь 10 километров в одну сторону, там совершенно другая история. Чуть левее, там другая. Классно, и да. Все очень разное.
вообще. То есть все-таки... Да, все привычно видеть вечеринки, партии, все такое, а вот джаз, го, это очень необычно. В любом случае, это интересно. Если люди приехали сюда специально поучаствовать, посмотреть, это в любом случае круто. Да, и... Я думаю, мне не обязательно, чтобы что-то менялось. Самое главное, чтобы наслаждались. Люди наслаждались. Все ведь для этого. Давно уже вышел за понятие национального. И сейчас это пошло смешение, сейчас это все переросло в добавление этники. Да, то есть ты играешь, ты знаешь, обладаешь навыками профессионального джазового музыканта. Да? Ты хочешь что-то добавить, что-то внести туда свое. Что у тебя начинает выходить? Выходить твое родное. Да, и ты думаешь, как совместить эту музыку, совместить с... В Ополе березы стояла. И эта тенденция уже давно и во всех странах. Я считаю, что джазовое искусство – это своеобразный фольклор тоже. Мы изучаем этот язык, и потом, как всю жизнь, в принципе, изучаем. И потом просто говорим, легко соединяясь с музыкантами из разных стран. И мы знаем такие проекты, как Джон Маклафлин с Рави Шанкаром. Это очень органичное соединение. И джаз-музыканты бросали свои джазовые дела и ехали в Индию изучать эту культуру, потому что это больше, чем просто джазовая импровизация. Тут какие-то очень серьезные глубокие корни, идущие в глубину веков. Я, кстати, надеюсь, что Гоа станет международным музыкальным центром, где можно будет увидеть творческих людей со всего мира. Я очень рад здесь находиться, потому что общаюсь с музыкантами из разных культур и стран. В прошлом сезоне 3 русских музыканта играли в моей группе. Сегодня играл тромбонист из Франции, саксофонист из Нидерландов. Так у вас играют русские? Да, в прошлом сезоне у меня играло 3 русских. Я получаю особое удовольствие, потому что русские музыканты приехали в Гоа, в мой родной Гоа, который я люблю уже 5 лет. Я здесь живу уже 5 лет, и такой симбиоз. Русские музыканты, море, это неописуемо просто, вот эти все эмоции, когда твоя Россия приезжает в Индию, и такой симбиоз. Впечатление прекрасное. Я вижу улыбающихся людей, открытых, и мне это, в общем-то, нравится. Родится ли взрыв? Я вообще не верю, что вообще в мире родится какой-то взрыв музыкальный. Потому что я уже, не молодой человек, и может быть у меня возраст такой, но просто я любил некую музыку, и она вся осталась в прошлом. И я сейчас не вижу ничего нового. Но Индия, особенно Гоа, она может явиться таким вот передовым экраном, на котором будет очень четко видно вот эта ситуация, что родиться нового ничего не может.
И, может быть, это будет тоже своего рода открытием и новостью. Hello! Ничего нового уже не будет. И это поймут люди здесь. Наконец-то такой взрыв джаза, фьюжена, микса всех культур, народов. Слушай, я обалдею от твоих эмоций. Получаю удовольствие. Не будем тебя мешать. Давай. Спасибо, спасибо. Я был в Тае раз в 6, работал в Бангкоке. Посмотрел Тай, слишком цивилизованно. Вот такая же картинка, такая же сказка, все вот ровно такие. Чуть дороже и намного быстрее. Вот вроде бы заходишь в это все, смотришь пальцы, можно расслабиться, океан, люди. А все равно чувствуешь беготню. Была прям гланд. Релакс.